Сотрудники Ивановского ФСБ изъяли крупнейшую партию героина за последние несколько лет – 1 килограмм 300 граммов. Партия не дошла до потребителя благодаря спецоперации по пресечению устойчивого контрабандного канала. Героин поставлялся в Ивановскую область предположительно из Таджикистана. Общая стоимость изъятого наркотика – порядка 1 миллиона рублей. Сейчас устанавливаются лица, причастные к организации канала наркотрафика.